Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush. Ну что ж, проходим дополнительные миссии и начнем, пожалуй-ка, вот с этой. Это у нас лес безмолвия. Генерал, вам вновь надлежит поднять войска по тревоге и очистить наше королевство от врага. Разведчики докладывают о скоплении вооруженных головорезов в чаще леса безмолвия. Места, где не часто ступает нога закона, но только не ваша. Возглавьте гарнизоны в лесу и очистите его от негодяев. Заставьте их пожалеть о том дне, когда они выбрали для себя судьбу преступников. Неплохо. То есть мы рука закона. Ну что ж, давай посмотрим, что у нас тут. Чаще леса, да? Безмолвие. Ой-ой-ой, а я забыл поменять себе главного персонажа. Ладно, хорошо, давай посмотрим, что у нас здесь сможет моя Элорочка. Значит, здесь головорезы и штурмовики. Знаешь, что мне радует здесь? Что мне нужно защищать только лишь одну дорожку. Так, ну что ж, давай прикинем. Вот сюда, нет, не сюда. Вот здесь, я думаю, наверное, Элора, отстань. Айс-айс-бэби. Вот сюда мы поставим с вами, наверное, вояк. Ну, для прикрытия, на всякий случай. Вот здесь, наверное, неплохо было бы влепить бомбарду, по идее. Но она будет защищать нас только на двух дорожках. Вот эта дорожка будет... Вот сюда бомбарду влепим. Да. Вот здесь будет идеальное для нее место. Кстати, у нас денег не так уж и много, они уже практически закончились. Головорезы и штурмовики. То есть я могу сюда спокойно ставить даже магов. Ну что, ребята, давайте, наверное, посмотрим. Посмотрим для начала, кто и что и как. Элорочка, иди пока качайся у меня. Пока здесь слишком слабые противники, есть возможность тебе раскачаться. Так, неплохо, я тебе подкрепление сюда поставлю. Ну, естественно, будем копить деньги. Так, а солдатики-то мои вот эти справятся там? Их слишком мало. Так, Элорочка, наверное, нам пора с тобой убегать. Давай-ка вот здесь с тобой постоим. Айс-айс, бэби, вот тебе и айс-айс, бэби. Так, она получила второй уровень. Уже может морозить землю. С этими орлами мы справимся, я думаю, да? Так, там уже опять идут головорезы. Все дела. Вот Элора хорошо, что землю морозит. Она замедляет. Оу! Смотри, смотри-ка, они пошли вон там. Тут еще понизу у нас. Так, мага, наверное, мы с вами улучшим. Слабоват все равно маг. Chilling time. Ладно. Так, замораживают землю. Вот ненавижу, когда вот так вот получается все. Если что, ребят, будем применять с вами метеоритный удар. А нам, по-моему, уже придется его применить. Давай сделаем. Как раз здесь земля погорит у нас. Плюс я, наверное... Ага, не успею, да? Не успею. Хотел бомбарду прокачать себе чуть-чуть, но не тут-то было. Так, я даже не знаю. Даже не знаю. Ну, по идее, нужно где-то вот здесь вот их перехватывать. И вот здесь вот с ними разбираться. На самом начале, так сказать, да? Она уже 4 уровня. Неплохо. И Лурочка у меня прокачивается. Очень неплохо. Но не успевает. К сожалению, не успевает она все это дело замутить. Плюс, как мы видим, еще бомбардочка немножко подводит нас. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Главное, чтобы никто не прошел. А, они уже побежали, эй. Орлы. Давай, 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 давай. Их бомби, бомби, бомби. Отлично, отлично. Так, замораживай земельку. Я помогу тебе бомбардочкой. Так, защиту дополнительную. Может быть, еще одну казарму сюда влепить? Ну, что-то как-то... Да ну! Твою же налево. Мыши летучие летят. Ой, друзья, друзья, друзья мои. Ну, хорошо, что у меня маг. Он, в принципе, может здесь мне немножко помочь. Ну, совсем чуть-чуть. Давай здесь немножко задержим их.
чтобы мы именно концентрировались на летучих мышах. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Что ж ты будешь делать-то? Так, давай, Лора, бомби этих. Ну что ты, ну... Эту-то подобьешь? Подбила, молодец, красава, Лора справилась со своей задачей. А мы с вами дальше начинаем прокачивать. Так, нам нужно 337 монет для того, чтобы... Так, тут уже идет довольно серьезный такой буржуй. Айсис Бэби, это, конечно, хорошо. 216 нужно монет для того, чтобы башню колдуна. Но нам нужен кто? Нам нужен маг. Серьезный маг. Это будет у нас именно чародей здесь. Ё-моё, ты посмотри, что происходит. Вот они, гаденыши, а сколько их здесь бежит. Так, Элора, отойди, пожалуйста, оттуда. Концентрируемся с тобой вот здесь вот. И вот здесь, наверное, мы зарядим. Или нет. Не будем пока с вами ничего предпринимать. Может быть, с этими врагами мы справимся своими силами. Без метеорита. Чародей, отлично. Теперь нужен мне здесь голем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Куда вы разогнались все? Воу! Вот это плохо. Вот это на самом деле плохо. Ай-яй-яй-яй-яй. Сможем ли мы тут с вами устоять против этой орды волков и тому подобное? Так-так-так, вроде бы неплохо. Неплохо получается. Так. Не пропускаем никого. Ни одного не должны пропустить. Во, наконец-то. Но нужно еще нам с вами прокачать статическое напряжение, короче, да? Вот, совсем-совсем другое дело. Так, здесь надо теперь выставить нам голема. Почему голем нам нужен здесь? Чтобы он сдерживал вот эти вот войска, которые здесь будут идти. Ну, как понимаешь, стоит это довольно недешево. Вот здесь вот надо что-то поставить. Желательно. Вот только что. Так, кто это такой? Новый враг. Налетчик. Элитный амунированный наемник, сражающийся исключительно за военные трофеи и награду. Так, у него низкая скорость, колоссальная броня, штраф 3 жизни и атака на расстояние. Твою ж налево, он еще и стрелять будет, да? Угу, он будет еще и стрелять. Так, отойди, радость моя. Колоссальная броня. Но как раз против бронированных у нас идут именно маги. Именно маги здесь хорошо себя показывают. Вызываем с тобой голема. Ну и начинаем потихоньку бомбить. Так. Элора, естественно, будет у меня прикрывать. Пока не будут... А, они довольно быстро расписывают голема, ты прикинь. Ох. С этими упырями лучше не шутить. Ты посмотри. Ничего себе, они тут атакуют. Слушай, тогда нам нужно здесь побольше магов поставить. Поставил тоже побольше магов. Давай, 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 лучнички. Дави, дави. Отлично, молодцы. Хорошо получилось. А там дальше кто у нас пойдут? Головорезы, налетчики, головорезы. Ну, с головорезами нам попроще будет разобраться. Давай, наверное, вот здесь вот мы с тобой сделаем гарнизон мушкетеров. Гарнизон мушкетеров у нас здесь будет стоять. Кстати, здесь нужно высоковольтный разряд прокачать. И вот сюда вот нужно тоже, мне кажется, поставить бомбарду. Но вместо бомбарда мы сделаем здесь толстушку Берту. Да, именно так мы с тобой и поступим. Будет у нас тут толстушка Берта. Я не знаю, будет ли здесь у нас босс, друзья мои. По идее, должен быть. Ну, может быть, конечно, еще будет развилочка здесь. Как и с нежитью, вы помните, да? Вот сюда, кстати, тоже не помешало бы поставить еще одного мага. Нет, даже не мага, а солдат. Почему именно солдат? Они хоть как-то будут их немножко задерживать. И маг в этот момент будет по ним бомбить.
Ну, конечно, их нужно будет прокачать еще перед этим. Вот тут у меня не прокачанные солдатики стоят, елки-палки, лыбятся. Так. Слушай, ну справляемся мы здесь пока. Пока справляемся. Так, Элора, отойди. Ну что, не видишь, что ли, что сейчас тяжело тебе будет? Он закромсали. Давай, раз. И хранитель тайн. Нет, все-таки будет чародей. Почему чародей беру? Потому что у него есть голем. Так, горгульки и лютоволки. Горгульки и лютоволки. Ну, а здесь надо нам дальше качать Берту. Толстушку будем делать с вами здесь. Будем прокачивать толстушечку. Так, главное, чтобы вот здесь вот у меня маги подбили этих всех горгулей, чтобы ни одна из них не пролетела. Тут у нас еще стрелки. Ну, вроде более-менее пока еще. Так, давай проапаем. 288 нужно нам монет. Сейчас мы с вами еще. И 500-миллиметровая толстушка Берта будет готова. Слушай, ну и Лорочка мне нравится. Как вот... Как маг, она, конечно, хороша, но что-то вот это мне не нравится. Они как бы хотят уже пролететь мимо нас. Да? Тоже заметил, наверное. У них уже практически все шансы есть на то, чтобы пролететь. Но у меня здесь Тесла стоит, плюс еще Элора. Никаких шансов. Так, разоритель... Что? Кто? Разоритель. Устойчивый к магии главарь бандитов. Разрубающий десятки солдат своим зачарованным лезвием. Бронебойная атака по области. Штраф 3 жизни. Ёпрасоте, а у меня здесь... А у меня кто здесь? А у меня маги. А у меня тут маги стоят. А он иммунитет к магии имеет. Вот тебе и первая загвоздочка. Плюс сейчас разрубит, наверное, да? Зачарованным своим. Ну, давай проверим. Ох ты, ядрить тебя на корень. Какой он сильный. Он серьезно сильный. Так. Мы уложили его. Голем. А, ну там еще один идет. Ну, конечно же, конечно же. Давай. Можно, в принципе, знаешь что? Овцу. Овцу сделать. Вдруг он попадет под скилл овцы, и нам не надо будет с ним драться. Просто превратим его в овечку. Нет, мы его не превращаем ни в какую овечку. Берта, Берта мне нужна. Толстушка Берта. Слушай, ну Элора его морозит. Смотрите. Овца, правда, не та, что мне нужна была. Так, там дальше у нас разоритель, штурмовик, налетчик пойдет. Ждем, друзья мои, ждем. По-моему, его нельзя превратить в овцу. Он, смотри, видишь, морозим потихоньку мы его все-таки. Морозим. Ага, можно. В овцу мы его превратили. Так, ну что? Да-да-да, именно 500-миллиметровая толстушка Берта готова, ребята, нам помочь в нашем нелегком деле. Сейчас она тут будет раскромсон такой делать, что будь здоров. А мы сейчас посмотрим, сможем ли мы этого толстушку... превратили в овцу вот так-то, по делам ему. Пускай бежит, сейчас мы его расстреляем здесь. Кстати, здесь мы сделаем с вами гарнизон мушкетеров в обязательном порядке. Вот так вот. Единственное, что нам нужно... Ой, а вот здесь вот голему, конечно, не повезет. О! Шикарненько. Вот опять в овечку. Самое то, что нужно. Обожаю. Как говорится, даже не паримся. Просто взяли в овцу, его превратили и уничтожили. Так, теперь вот этого в овцу, пожалуйста, превратите. И все будет вообще замечательно. Так, ну что, давай прокачивать, наверное, ракетную установку и кассетный миномет. Кассетный миномет. Так, здесь у нас до сих пор еще... А, не прокачано еще по полной программе. Так, бамс. Только ошметки летят. Слушай, мне не нравится. Так, что у нас там? Налетчики, мародеры. Понятно все. Нет, 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 нет. Не надо, не надо, не надо, говорю тебе. Специально я так сделал, чтобы их подзадержать здесь. Ну и можно, в принципе, и прокачать малька. Да, так будет эффективно, я надеюсь.
Слушай, ну вояк действительно нужно качать. Смотри-ка, овца куда побежала, а? Куда она побежала? Овечка ты наша недобитая. Надо стрелков сюда влепить побольше, да? Кто там? Элору подбили. Как же так-то, а? Кто это посмел? Вот эти вот? Вот эти вот или нет? Не имеет значения, наказываем всех. Элорочка, подъем. Мы тебя ждем. Давай, наверное, засада егерей сделаем здесь. Смотри, смотри, как они еле-еле идут по этому льду. Не знаю, ребят, на всякий случай послал егерей. Хоть у меня здесь и стрелки есть, но фиг его знает. Какие тут пойдут на нас монстры. Так, пока всякие головорезы, всякая ерунда на нас бежит. Ничего сложного нету. Прокачаем маленько наших рыцарей. Сделаем, наверное, здесь паладинов, да? Священный орден будет у нас здесь стоять. Так, Берта у нас, ага, полностью прокачана, все хорошо. Просто теперь бомбим, атакуем. Давай вот так вот сделаем. Вот сюда, кстати, тоже можно будет поставить еще одного голема. Ой, голема, ну, мага, естественно, с големом. Так, все пока вроде бы под контролем, все хорошо. Рыцари мы них, как всегда, обычно кромсают. Причем даже не смотрят на них. Кассетный выстрел сейчас только что был. Так, рыцари, вот они готовы, мои паладинчики. Здесь мы с вами сделаем, наверное, бражный зал. Да, я думаю, что бражный зал здесь будет. 230, да, нужно? Вот так вот. Так, а из этих мы сделаем тоже бражный зал. Пока все хорошо, пока под контролем, ребята. У нас еще две волны будет впереди. Слушай, мне кажется, что здесь будет дальше развитие этой истории. Потому что, ну смотри, всего лишь 13-я волна, сейчас буквально будет 14-я, да? Это уже предпоследняя. Или я рано радуюсь? Посмотрим. Не будем спешить, как говорится, вперед, батьки. Подождем тихонечко. Подождем с тобой тихонечко и посмотрим, что здесь будет дальше. Оп, в овечку превратили. Ну, Берта, конечно, меня радует. На самом деле, очень хорошая пушка, но Тесла, мне кажется, будет получше. Особенно на начальных вот стадиях вот Тесла самое то. Так, что у нас тут? Паладины пытаются сдержать, но, естественно, они будут проигрывать против этого налетчика. Так, давай-ка, наверное, вот тут докачаем. Шрапнель. Шрапнель, да? Попозже немножечко мы этим займемся с тобой. Так, смотри-ка, что-то их тут как-то многовато. А, мы, видимо, там землю заморозили, да? Куда вы лезете? Элору не трогать никому. Бражнички мои. Давай прокачаю вас маленько. Фух, топоры метают, только шорох. Слушай, ну хорошо, идем, хорошо. Дальше у нас кто? Разорители, мародеры, штурмовики, налетчики. Давай, наверное, вызывать уже, да? Давай вызывать, пока дойдут. Как раз то, что нужно. Бумс, разнесли чувака в хлам. Так, идет, идет отряд. Ну, я думаю, что сюда не грешно будет, да, бомбануть метеоритным дождем. Поехали. Ох. Нормуль. Так, я вот этого мага-то еще не прокачал. Не прокачал. Голем мне нужен, голем. Вот так вот. Ну, вот совсем другое дело. Так, Элорочка, давай, родная моя. Ух ты, сколько их много здесь. Смотри, как ползет. Они пошли в обход. Они пошли в обход. Но здесь у меня лучники. Если что, отравляющие плюс стрелки. Так, ладно, смотрим. Появились. Ну, тут их быстро сейчас уложат.
Мы можем немножечко даже задержать их здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что-то... Они идут просто на пролом, прикинь. Дай-ка я отойду. Я не знаю, что делать, ребят. Бомбить. Вот так вот. Да ну, еще скажи, что ты пройдешь тут. Прикинь, пройдет. А ведь он может. Он рубит всех, ему пофиг на все, смотри. Нет, все-таки отдуплится. Отлично, голема не хватает. Я думаю, в чем проблема? Голема не хватает нам здесь, естественно. Я для чего здесь мага ставил? Чтоб голем был. Слушай, по-моему, это последние войска. И, конечно же, мы с ними справимся. Ну. Так, и последний. А, вон он, последний. Давай его. Опа, нормуль. Ну, победушка на 3 звездочки. Шикарно, никого с вами не пропустили. И смотрим, будет ли дальше ответвление. Да, друзья, по-моему, здесь будет ответвление. И оно вот. Это лагерь бандитов. О, это очень интересно. Кстати, мы прокачиваем с вами полностью все древо. Теперь мои наемники могут метать копья. И это очень хорошо на самом деле. И это очень хорошо. Все, теперь у меня голова болеть не будет. Кого бы тут прокачивать, что тут прокачивать. Ну что, друзья мои, на этой ноте, наверное, будем закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и будем бомбить лагерь бандитов. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.